Мир всем! Сегодня у нас день стрижки, пятничный день. И сегодня я хотел преподать вам пару приемов, как стать настоящим стилистом. Подсмотрел я это в парикмахерской. На самом деле это шутка из разряда «купил зеркалку, принимаю заказы». Вот. Значит, любой отец, наверное, многодетной семьи, и не только отец, наверное, и мама тоже. Но я вспоминаю, как в нашем детстве, а у нас тоже была большая семья, нас папа всегда стриг. Ну, тогда, по-моему, были только ножницы. Вот. А что касается меня, приходится тоже детей стричь. Вот. И я поэтому уже освоил эту нехитрую профессию. Начинал я с баранов стричь. Вот. Там машинка, конечно, помощнее была. Ну, здесь вот такая вот. А потом детишки подросли. Вот. И, естественно, надо постричь их как-то поинтереснее, получше. Вот, набивается рука и как бы опыт. Вот, а теперь немножко рекламы. Машинка Philips. Очень хорошая машинка, мне нравится. Значит, раньше было, что у машинок было эти насадки, меняешь. Ну, там по размерам. Девятка, семерка, тройка, там все. Здесь вот она одна, и она просто вот так чик-чик-чик. То есть больше, меньше, тут вот градуировочка есть сзади. И там, когда нужно вообще нулем, она вообще отстегивается. Я почему-то купил от розетки, можно было и без розетки, только тут что-то, не знаю, на аккумулятор, но нет, ну, по-моему, что-то написано, что без аккумулятора. Вот. Говорят, что с аккумулятором удобнее, а я что-то побоялся, думал, что, ну, как-то был в парикмахерской, вроде мне показалось, что она со шнуром работает, а потом еще раз пришел, смотрю, она без шнура, она у нее аккумуляторная. На самом деле без шнура удобнее как бы где-то подлезти, там, обойти и так далее. Вот, поэтому, что еще в этом очень хорошем деле? Значит, это же большая экономия. Ты тратишь один раз на машинку, ну, сколько она стоила? 2700, по-моему. Вот, и чем ребенка каждый раз водить в парикмахерскую, ну, например, в городе там живешь или где-то, ну, там это рублей, наверное, 200 минимум, да, стоит подстрижка. Вот. А так я своих пацанов стригу достаточно, ну, современно, так скажем. Вот. И, то есть, уже сколько? Минимум один раз, наверное, в полтора месяца. Ну, то есть, где-то один раз в месяц, наверное, мы стригемся вот так. Может быть, даже, ну, может быть, в полтора даже. Вот. То есть, соответственно, эта машинка, наверное, себя уже скоро отобьет. Вот у меня три пацана, 600 рублей за раз. Вот. Поэтому желаю всем тоже приобретения хороших, нужных инструментов, ну, как строительных, так и вот таких, не знаю, к чему ее отнести. В общем, научиться постригать детишек самим и тем самым экономить деньги. А на сэкономленные деньги съездить, ну, как в рекламе, куда-нибудь. Ну, все. До новых встреч, новых видео. Я не рассказал самый главный секрет, как я стригу. Стригу я очень просто. Наверное, это называется полубокс. Когда с боков поменьше, сверху чуть-чуть побольше оставляем. Тут учелочку и нулем потом подравниваю там окантовочку за ушами и так далее. Вот. В принципе, ну, нормально получается. Вот. Думаю, тут какого-то особого мастерства, наверное, не требуется. В принципе, что нам, как говорится, не на свадьбу. О, парни какие. Совсем другое дело. Так, следующий клиент. Как изволите вас?
Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.